Всем привет! Ну что ж, продолжим покорять город от лица нашего знатного гангстера Джо. Так, я предлагаю следующим заданием взять задание Джузеппе. Где он тут? Почему у нас сразу? В обратную сторону, ладно. Да, а Джузеппе не знаю почему. Потому что ближе на самом деле, да. Причина проста, потому что оно ближе. Нам, в принципе, все равно придется их выполнить все. Я быстренько глянул в интернете, сколько тут всего заданий. Заданий, по-моему... По-моему, да, быстренько глянул, по-моему, да. Уже подзабыл. По-моему, было 25 штук. То есть, сколько мы прошли? Мы прошли около 10. Ну вот, собственно, еще где-то штук 15, наверное, осталось. Ну, как-то так. И я как-то где-то в первых сериях говорил, что здесь есть лютые ачивки, типа проехать до хрена... миль, километров на автомобиле. Я спутал, это не про Джо. Это про другое DLC, про Джимми. Там есть трофейки. С Джо такого лютого безумия нету. О, смотрите, у нас топливо закончилось. Ну-ка. Где ближайшая заправочка? Как ни странно, вот здесь. А давайте до нее доедем. Машинка у нас мощная. Кушает много. Ничего удивительного, что у нас уже второй раз кончается топливо. Блин, вы ездите как эти самые. Так, ну-ка. Вот заправочка. Нашли. Так, ну что, газстейшн, да. Заправь нас. Эй, Пелли, что происходит? Full her up, pal. Sure thing, pal. Sorry about the prices, but gas keeps going up. It's tough times all around, you know? Да, собственно, тебе Джо жаловаться. На ценную и тяжкую жизнь. Но мы заправились на 4 бакса, это не так уж и мало. Здесь большой бензобак, видимо. Так, ладно, как попасть к Джузеппе? Собственно, по-моему, мы уже к нему попали. Ну да. Вот и наш Джузеппе. Так. Джо, слава богу, ты здесь. Три моих лучших покупателя. Короче, вляпались в переделку. Я обнаружил, что копы разыскивают их и волнуюсь, что скоро они их поймают. И это очень рискованно для меня быть на улицах сейчас. Не смог бы ты предупредить их? Джо, я знаю этих ребят уже много лет. Они мне как семья. Сделай мне, пожалуйста, одолжение. Ну, предупредите ребят, так предупредите ребят. Давай. На время рассекать, да?
Так, что у нас с этими ребятами? Как это лучше будет сделать? Наверное, сначала к этому, потом к этому, потом к этому. Мне кажется, как-то так будет логичней. Попробуем так сделать. Не люблю задания подобного рода. Такие чисто GTA-шные задания. Или я бы даже сказал, задания в стиле драйвера. Что так много автобусов развелось? Задания в стиле драйвера. На время, объесть все точки. Времени много. Я надеюсь, что меня правильно ведет мой навигатор. А то у нас с ним бывали уже непонимания относительно уровней дорог в городе. Сейчас бы мне это было совсем не кстати. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Надо к каждому подойти лично, да? Ага. Вот так вот, да? Без слов. Окей. Хорошо. Следующий наш... У нас с ним даже навигатор ведет. Ладно, я понял. Меня устраивает следующая цель в таком порядке. Это, в принципе, то, что я и сам для себя намечал. Так. Ну, с нашей быстрой машиной это задание превращается в сплошное удовольствие. Фару разбили. Надеюсь, Джузеппе заплатит мне за фару. Так. Точно нормально едем? Как-то мы через жопу едем. Вот я чувствую, что через жопу. Навигатор как-то прокладывает маршрут. Не знаю, по какому принципу, но явно не по... По времени. По расстоянию. Я бы гораздо быстрее бы доехал более длинной дорогой, но более прямой, чем такими извилками. Ну ладно. Так, где наш этот друг Джузеппе? Так, и тебя предупредили. Супер. Так, и... К этому мужичку мы поедем тоже странным способом. Ладно, нормально. Ну, в принципе, есть возможность даже получить наивысший ранг, наверное, за миссию. Сдается мне, что такое возможно. Конечно, дополнительные баллы за скорость могли бы получать, если бы я не тормозил бы так, но... Бог с этими рейтингами и лидербордами. Тут хотя бы уж не разбиться бы. Управление машиной у меня, кстати, стоит аркадное, не реалистичное.
Не знаю, кто в Мафии 2 когда-либо ставил реалистичное управление, но думаю, есть такие извращенцы. Но оно тут присутствует. То есть не только в Мафии 3 оно появилось, оно появилось уже в Мафии 2. Так. Да вылези ты. Все. Сейф-зона? Где здесь сейф-зона? Нифига себе, как далеко сейф-зона. Это интересно. Так, ладно. Почему он к ней не прокладывает маршрут? Подглючивает, я понял. Так, куда нам тут ехать-то? Что-то как-то далековато ваша сейф-зона. Ну ладно. Джузеппе, что ли? Ну да. Бэшечка. То есть мы даже не на А? Ну ладно, ну окей, хорошо. А я думал уже, вы так хорошо справились, а хрен там был. Так, что у нас дальше? Так, тут миссия-то уже законченная. У нас есть... Две миссии с буквой Е. Ну, хорошо. Больше ничего у нас, в принципе, нет. Так что я думаю, что можно... Как ближе будет добираться? Вот, не знаю. Давайте попробуем послать сообщение. Так. Кстати, я еще немножко почитал про это DLC. Оказалось, что вот та дамба, которая была в первой серии DLC. Я еще говорил, что о, прикольное место. По-моему, мы не были тут в основной компании или... Я запамятствовал и был там, когда собирал коллектаблс. Нет, дамба это исключительно DLC-шная локация. Она была добавлена сюда вместе с DLC. Так что, да, это было что-то новенькое. По-моему, очень классно вписалось. Так, что-то мы какие-то уже все грязные. Ну ладно. Грязные — это не страшно. Так. Ага. Вижу миссию. Нормально вообще? Видишь, что машина стоит. Нельзя чуть-чуть руль повернуть в сторону. Чуть-чуть! Твою мать. Так, ладно. Так. И кто же нам предлагает эту миссию? Непонятно, да? Окей, Джо. Похоже, что... DA. Это что же у нас было-то, по-моему? Копы, что ли?
снова жадничает. Хотя нет. Это речь про конкретную персону. То, что такое идея, не помню. Сукин сын. Не заплатил за месяц. А, нет, точнее, нет. Он отверг месячную плату и сказал, что это недостаточно. Это жопа, только недавно купила новую машину. Да. Я хочу, чтобы ты нашел маленького говнюка и оставил ему сообщение под дверью. И Гарри тебя прикроет. И просто запомни, Джо, я хочу его испуганным, а не мертвым. Это все, что я хочу. Такой вот вольный. Не очень точный, но... немного... ну, думаю, отображающий суть нашего задания. Месседж. Хорошо. Дей. Кто же такой Дей? Так, как нам отсюда выбраться? От этих портовых районов. Ага, нашел. Так. Что-то у меня навигаторы показывают в разную сторону. А, ну правильно, потому что старый все еще показывает на место, где мы получили задание. Так, хорошо. Гарри должен нас прикрыть. Ну и где же Гарри? Или мы сейчас за Гарри едем? Так. It's me, Joe. Так, нам надо взять бомбу, да? Вы точно уверены, что хотите? Так. Я понимаю, это все оружие, это все круто. А бомба где? Или эта бомба и была тут? Вот здесь вот. Так, это что у нас? Ага. Порножурнальчики. Так, что? Я все взял, да, уже? Судя по всему, да. Раз мне... у нас бомба в машине? Интересно. Мне не придется машиной пожертвовать ради этой миссии, потому что она дорогая. Сколько мне денег вообще? 6000. Не, ну конечно, я смогу себе при желании сделать новую крутую тачку, но не хотелось бы вот так просто потерять крутую машину ради миссии. Обычной миссии. Если бы знал, взял бы машину другую. Одолжил бы у соседа. Так. Куда мы едем-то вообще? Опять куда-то в район то ли Чайнатауна, то ли портов. Не живется им там спокойно. Вечно мы там что-то устраиваем. Надо быть аккуратным, не врезаться, потому что у нас бомба, можем и рвануть. Так. Пока все хорошо. Более чем даже.
pursuit of a speeding vehicle. Roger that. Ладно. Ребята, у меня бомба в машине. You're gonna kill somebody you keep driving that way. I'm gonna find you. Ты себя убьешь, чувак, если будешь врезаться в мою машину. Знаешь, там бомба, понимаешь, бомба. А ты мне штраф выписываешь. Все, я понял, давай, отвали от меня, у меня время тикает. Главное, заметил, как еще. Я даже до него еще не доехал, а он уже определил, что у меня превышение скорости. Аджук. Так, ладно, давайте, чтобы нас... Нет. Кто сказал, давайте поедем по этому самому по правилам, но потом понял, что мы так совсем долго будем ехать. Так, что надо? Сесть в эту машину или что? Plan the bomb. Окей. Смешно. Да, как-то по-лоховски. Ну ладно. Что сейчас, все заново? Ну это вы жопошники. Не, чтобы меня хотя бы... От этого самого, от продавца бы начать. Ну ладно. Ну давай. Я понял уже. Ладно. Попробуем еще раз. Да ты гонишь. О, нет. Я к тебе подходить не буду, чувак. Даже не хочешь ко мне сам подойти. Ленивые копы. It's me, Joe. Все, или надо поговорить? Ага. Теперь все. Так, ладно, в этот раз, значит, остановим машину подальше. Будем бежать от бомбы ножками. Машина подолбанная. Ну-ка, ребятушки, разошлись. Так, и не врезаемся. Не врезаемся, мать вашу. Так. Наверное, скакать на тех самых на ухабах тоже не стоит. Ну ладно. Thank you.
да пошли вы в жопу. Будет забавно, если я врежусь, взорвусь. Придется заново начинать эту миссию. Так, надо отделаться от них, да побыстрее. Ну, вот так вот. Так, тут снова менты. Что-то они меня достали уже. Я еду по правилам, видишь? Блин, ну машина у меня, конечно. В такой машине тёлочек уже не поцепляешь. Кошмар, конечно. Так, ладно. Что у нас тут? Вот так вот. Я надеюсь, он не успеет сесть в эту машину. Ой, что это я делаю? Не ту кнопочку зажал. Так, ладно. Ну вот, начинается. Так, что у нас тут? Где у нас гаражик? И опять сейчас надо будет и рубашки менять, и машину, и все. Так, а у меня тут... Нет. Блин, хотел, главное, бежать. Это... Вместо этого достал автомат, стал стрелять по своей машине. Нормально вообще человек? Ну вот, для меня без проблем. Так, хорошо, нам надо закончить миссию, наверное, то время-то идет. Thanks a lot. А, нет, стой, я же машину не починил. Что-то я забыл. Hey. Ладно, сам себе колесо пробил. Ай, умора. Так, да. Сколько? 156, нормально. Так, ну-ка. Ну давай, Джо, ну, я тебя умоляю. Где тут сейф эрия? Тоже бэшечка. Ну, бывало и лучше, конечно, но не критичненько. Сейчас главное купить рубашку до того, как мне спалят номера. Ну, наша обычная эпопея, да? Так, где у нас магазин одежды? Впереди.
Рубашечку, мне нужна рубашечку, женщина. Да, вот это вот. Супер. Прям к лицу. Нашему молодцу все к лицу. Как раз под машину. Так. Что ж, у нас... По-моему, только вот эта миссия, да? Как туда попасть, кстати, непонятно. Почему-то таким образом ведет. Ну ладно. Поехали туда. Бензин у нас вроде еще не кончился. Это хорошо. Кстати, я не посмотрел, сколько мне заплатили. А, мне заплатили две штуки. Мои мучения окупились. Ну, как мучения? Не то чтобы мучения, а скорее... Мои затраты. А в этом DLC, кстати, появилась новая машина, которой не было в оригинальной серии. Но я пока ее не видел на улицах. Да и... Во время прохождения основной части не то чтобы я показал все имеющиеся машины, так что... Не знаю, насколько имеет смысл вообще заострять на таком внимание. Но если вдруг я найду, я обязательно ее притащу в гараж и покажу. Пока не встречал. Хотя, кстати, может быть и встречал. Я не уверен, что я ее смогу даже моментально определить. Так. Где моя миссия? Почему меня повело куда-то опять не туда? То, что за мной копы погнались, это не значит, что у меня дела изменились. Фару опять разбил. Нормально, я разбил себе фару, они сейчас меня будут арестовывать. Ну давайте, арестовывайте. Да я понял. Кто мне машину починит? Тоже я, да? Good job. You're a cinch for policeman of the year after this one. Do yourself a favor, pal, and straighten up. Ну отпустите. Такая вот ерунда. Мало того, что мы машину побили, так нам еще и штраф за это. Ну, не, как бы, как в реальной жизни, конечно, но с другой стороны... А вдруг мы были правы? Вдруг это он нарушил правила? Ну, ладно, наверное, в данном случае это неуместно, будет оспаривать, но все-таки. Так, view the mission. Джо, у нас тут проблемка, снова проблемка. Парочка кретинов. Приставали к моей девушке в моем любимом борделе прошлой ночью. Так ее напугали, что она отказывается выходить на работу. У меня нет времени на это домашнее насилие, Джо. Я хочу, чтобы ты поговорил с этим ублюдком и удостоверился в том, что он понимает правила. И не это самое, не переборщи, он один из наших лучших клиентов. А, то есть мы сейчас сутенера будем отрабатывать, да? Ну ладно.
Так, хорошо. Посмотрим, чем все это закончится. Есть у меня подозрение, что не очень. Нормально, блин. Только машину починил. Ну, вообще жесть. Всему этот чувак живет в дорогом районе, а значит, у нас могут быть проблемы с охраной. Или нет, или это парк, а он в парке тусуется. Окей. Так, ладно, надо как-то так машину припарковать, чтобы было удобно сваливать. Подозреваю, сваливать нам придется быстро. Нам надо вломиться в дом, да? Так. По идее, надо было бы с ноги вышибить дверь. Хорошо, нам надо его побить. Единственная проблема, что как бы он не побил нас. Вот о чем я говорю. Джонни Вита. Ну давай. Ну ты как там вообще? Бессмертный, что ли? Слышишь? Очнулся. Ой-ой-ой. Это жестоко. Так, ну что у нас тут? Так, хорошо. Где холодильник? Кола. Кола восстанавливает здоровье. Так, ладно. Что он от нас хочет? Чтоб мы отсюда валили или что? Или мы не того хреначили? По-моему, мы не того хреначили. Этот чувак больше выглядит как охранник, чем главный здесь. Ну давай. Блин, ты какой-то чувак, ну ты совсем долгий. Ну давай, ударь меня. Ты, надеюсь, его в камине не сожжешь. Хорошо, все, да? Ну, вроде разобрались. Вроде теперь все будет хорошо. Подожди, мы же отсюда пришли, правильно? Нет. Отсюда. Полицию же никто не вызовет. Цешечка, ну да, долго, долго били. Понимаю.
Что ж. У нас появились новые миссии. Еще одна ешечка неподалеку. Gun Running. Чарли Кар. Я думаю, после этих двух миссий у нас, по идее, должна появиться новая сюжетная. Ну, или что-то типа. И уже 10 тысяч наличными у нас. Здорово. Ладненько, я думаю, для этой серии более чем достаточно. Три задания выполнили. Не совсем все гладко прошло, но более-менее хорошо. Мне надо будет починить машину. И продолжим уже после этого. Да, спасибо за просмотр. Ждите следующих серий. На сегодня все. Пока-пока.